Всякая, но вот она, моя любовь, которую зовут Лариса, и я смею, пока сердце будет биться, я не сверну, ведь все взаимно, и притяжение тел, что это сон или наяву, не могу найти слов тому, что в душе творится, уже на протяжении полмесяца знакомы мы. А такое чувство, что мы женаты 5 лет, я знаю твои привычки, что любишь меня, и это наверняка я напишу 5 куплетов. Уже 3-й по ходу действию дописываю еще 2 куплета. Ведь ты моя, а я, конечно же, твой единственный сон. Скоро весна, и как говорил я, буду с тобой. А пока записки в моем блокноте не оставят и мысли о тебе. Днем и ночью мысли лезут в голову, и я твой, а ты моя. Ты любишь меня, а это главное, ты моя муза, ты моя цель. Напишу я, что вскоре весна, и я приеду к тебе, ты только дождись, все будет как в сказке, веришь или нет, какая разница, не буду пустословить, увидишь сама, мою любовь к тебе, Лариса, ты назовешь меня мой Костик, а я тебя моя любовь, и на этом все, 5-й куплет пришел к концу, жди меня, а пока не забывай, я твой, а ты моя, так вот.